Сложнее всего в создании конкурсного ролика оказалось уложиться в 2 минуты. О главной достопримечательности Сарова – колокольне. Анна Закутина может рассказывать часами. Такая богатая и интересная история у этой постройки. На конкурс «Лучшие гиды Нижнего Новгорода» сюжет о Саровской башне был выбран не случайно. Сначала хотели и о музейном экспонате рассказать, потом все-таки решили, что как-то глобальный город Саров с замечательной историей. И думали, ну, чтобы взять такое, выбрать хотелось что-то значимое и в то же время такое, знаете, вот как бы, как мы там назвали, древние и современные. И взяли нашу башню, потому что это любимица горожан, и наша тоже любимица, поскольку это некий наш символ. В съемке видеоролика Ане Закутиной помогала ее коллега Анна Рулева. Хотя и снимали видео на телефон, работа получилась на высоком уровне. Важную роль в этом сыграли увлеченность и энтузиазм музейных работников. Мы решили принять участие в этом конкурсе буквально в последний момент, когда уже оставалось несколько дней до окончания приема заявок. Самым сложным для нас оказалось это уложиться в 2 минуты времени, которое было отведено для ролика. Но Анна Владимировна с легкостью с этим справилась, для нее это не проблема. 2 минуты или 2 часа. Она настоящий профессионал своего дела. Конкурс «Лучшие гиды Нижнего Новгорода» посвятили 800-летию столицы закатов. Всего участники представили на суд жюри 161 ролик в 4 номинациях. Анна Закутина стала лауреатом номинации «Область». Такой успех окрылил Анну Владимировну и вдохновил на новые идеи. Может быть, нам как-то какие-то мини-ролики создавать действительно о истории города, о традициях или о каких-то замечательных событиях или достопримечательностях в виде вот такого, ну, скажем, уже через интернет работать с публикой. И вот у нас там даже мы набросали план, и у нас он был хорошо так уже, ну, мы примерно составили уже даже график, как мы будем это подавать. Все участники конкурса получили памятные платки и значки, а лауреаты и победители – дипломы и золотые платки конкурса. Все работы можно посмотреть на YouTube-канале «Лучшие гиды Нижнего Новгорода». Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.